В Амурской области введен региональный режим ЧС из-за происшествия на руднике «Пионер» в Зейском округе для мобилизации всех сил и средств. Это решение принято на внеочередном заседании КЧС, которое провел губернатор Амурской области. Во время обрушения горных масс на руднике «Пионер» в шахте на глубине около 125 метров находились 13 человек. Связи с людьми пока нет. Спасательные работы на руднике начались сразу после ЧП. На помощь специалистам рудника прибыли отряд горноспасателей МЧС России из Нерюнгри и Хабаровска. К месту следует и спасатели из Приморского края. Кроме того, подготовлен резерв специалистов из Кузбасса. По предварительным данным, среди пострадавших нет амурчан, это вахтовые рабочие из других регионов. Сотрудники организации связываются с родственниками людей, которые находятся в шахте. При необходимости родных готовы разместить в пункте временного размещения и гостиницах на территории Зейского округа. Людям окажут и психологическую помощь, сообщили в пресс-службе правительства региона. Центр избиркома России обработали все 100% бюллетеней. По итогам выборов Владимир Путин переизбран президентом страны на 6 лет. Его поддержали 87% избирателей. При этом явка побила рекорд и превысила 77%. Считаю, что таких причин две. Первая причина – это то, что люди видят реальное развитие Дальнего Востока, видят, что поручения, которые давал Владимир Владимирович о приоритетном развитии Дальнего Востока, они являются поручениями реальными, они воплощаются в реальные объекты, в построенные мосты, школы, отремонтированные объекты социальной инфраструктуры, дальневосточную ипотеку и другие, многие другие решения. Реально жизнь людей улучшается. Ну а вторая причина, конечно, связана с международными санкциями, с беспрецедентным давлением ряда недружественных стран на нашу страну. И наша страна, экономика успешно этим санкциям противостоит. Здесь же желание людей жить в независимой стране, стране, которая живет по своим ценностям, не навязанным откуда-то извне. На выборах президента России проголосовали подозреваемые и обвиняемые, находящиеся в следственном изоляторе Амурской области. Выборы были организованы в соответствии с действующим законодательством. В следственном изоляторе номер один была создана участковая избирательная комиссия. Избирательный участок оборудован необходимыми стендами с информацией и кабинами для тайного голосования, сообщили в пресс-службе УФСИН. Вся необходимая техника, которая используется в тушении лесных пожаров в Приамурье, готова к пожароопасному сезону. Подготовлено более 280 единиц различной техники. Это вездеходы, тракторы, бульдозеры, автоцистерны, вахтовые и грузовые автомобили, в том числе 6 самолетов и 3 вертолета. 10 лет назад произошло историческое для Крыма событие. Полуостров по результатам референдума вошел в состав России. За проголосовало 97% жителей. Специально к этой дате по всей стране проходят праздничные мероприятия. Так, в Благовещенске школьники и студенты вузов провели флешмоб. На площади возле УКЦ участники акции развернули 9-метровый флаг Российской Федерации и стяг Крыма и выстроились в форме цифры 10. А вечером в Большом зале общественно-культурного центра прошел большой концерт, на котором выступили местные коллективы. Вход для всех желающих был бесплатным. Об этом и многом другом мы расскажем в вечерних выпусках новостей. Первый смотрите в 18 часов. Самую интересную оперативную информацию вы также можете узнать в нашем телеграм-канале и на сайте АО-ТВ.